Красный. Для нашей осадки он слишком мел. Шли, и тут бабац, мост. Яхта начала дымиться. Член экипажа дезертировал. Вкалывают роботы, а не человек. Мы сели на мель. Вот здесь мы ночевали, вот у этого. Мель! Ай, ай-ай! Держитесь! Здесь мель. Рулем уперлись. Будешь пытаться вдоль берега вывести? Сели на мель. Уперлись рулем. Не смогли отойти от этого причала. Витя привязал. Вить, стоим мертво, не могу, не идет. Руль шевелится. Уходим. Уходим. Добавить газу. Вот так. Вот отсюда мы отшвартовываемся. Вон там мы стояли. Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзене. Там видео выходят раньше, чем на Ютубе. Подписывайтесь по ссылке под видео. Чуть-чуть светит солнышко. Моросит дождик. Есть надежда, что может быть где-то будет радуга. Здесь иди посерединке, а там вот что-то торчит из воды. Точнее, здесь река Ковжа. Конечно, неожиданно красиво на северный берег. Вчера зашли без каких-либо проблем. Смотрите, у нас на реве села птичка. Я же как раз даже не видела. Мальчик, он стал на того человека больше. Да. Еще один, а, все. Член экипажа дезертировал. Солнышко светит, дождик идет, красиво. Солнышком, даже при дождике, приятнее. И теплее. Капли сыпятся с неба. Шли, тут бабац, мост. Ионик себе позвучит, как полка.
Петергоф мост, я Приемаё. Связываться нигде, Лёнь. Я здесь рядом. А с шлюзом спросить у них? Или до шлюза сейчас не добьет у нас? Не добьет уже. Давай по старой схеме подойдем к причалу. Причалимся. Двинемся носом. Вон там у них причал, да? Возле домика? Я думаю, да, возле домика. Сюрприз. Мы думали, что это обычный будет нормальный мост. Ну, под которым мы спокойно пройдем. А не тут-то было. Раздвигается? Ну, там раздвигается, да. Поехали? Ну, поехали. Ура, 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 нас увидели. Нам не придется швартоваться, делать какие-то непонятные циркуляции, как иногда приходится. Чего такое? Просто с оборотами лежит, да? Красный. Задний? Давай потихоньку пройдем. Ты уверен? Вдруг у него трос. Зеленый, пошли. Мост открылся, и мы идем на зеленый свет. Вот так все это выглядит. Честно говоря, сами не так часто ходим, поэтому с удовольствием разглядываем. Соединяет две проселочные дороги. Все, теперь мост съезжается обратно. Вышка есть, кстати, а связи нету. У Билайна, по крайней мере, вообще ноль. Солнышко припекает, и яхта начала дымиться. Ну ладно, это не дым, это испарение. Вода начала испаряться. Здесь. И там. По-моему, на видео не видно. Один мост.
Хотя у нас по Навионику должен быть обычный мост. Достаточно низкий, ну, мы умещаемся с трудом, но обычный, не разводной. Приближаемся к Белому озеру. Эта часть еще относится к Волго-Балтийскому каналу. Она очень широкая, а так фарватер узкий. За его пределами очень много мелких мест. Торчат бревна, стволы пустые. Я пошел привязывать тузик, чтобы он у нас не катался из стороны в сторону при крене и не создавал лишних пар. Впереди у нас встречная. Мы отодвинулись к самой кромке судового входа. Дальше мель.
начинается Белозерский обводной канал. Но мы в него не пойдем. Для нашей осадки он слишком мел. Вон там, вдали, между островами, начинается Белое озеро. Знаков здесь больше, чем на дороге. Начинаем готовить парус. Нашему движку пора отдохнуть. А мы рассчитываем пройти Белое озеро на парусах. Ветер не шибко большой. Скорость 4,6. Ну и то хорошо, слушаю. Почти 5. Отпускай. Итак, нам идти с этой скоростью часов 5. Нам нужно пройти 20 миль. Это около 35 километров. Наша регулярная процедура откачки воды из кривого колодца. Достаточно быстро набираться, тем более на быстром ходе. Вкалывают роботы, а не человек. Да. С том ходу, конечно, так особо не порулишь, но находясь в открытом озере, выставив прошлый курс, можно поставить автопилот и наслаждаться спокойствием и удовлетворением. Обслуживание в кокпит. У тебя что, свет появилось? Ламеток и нету. Нет, что ты для этого человека? Я тебе пытаюсь сделать балочку. Сейчас я больше не уходит.
Юль, еще! Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзене. Там видео выходят раньше, чем на Ютубе. Подписывайтесь по ссылке под видео. Вдалеке разглядели буй, белый с черными горизонтальными полосками. Но мы не ориентируемся на что выходит. В общем-то, глубины нам позволяют идти по прямой. Но здесь, кстати, у нас прямая пересекается с утром. Озеро похоже на рыбу. Рыба-мяу. Осенья, папа, один папа. Я дома осенья мяу. Просто клеим куда-нибудь поудобнее. Папа, идёт водой. Папа, осенья мяу. Вот же. Мы идем по Белому озеру. Со всех сторон земля только на горизонте. Идем мы вот отсюда, из реки Ковжа, в сторону Белозерска. Нам предстоит фактически пересечь Белое озеро пополам. Посередине. Вон там на горизонте судно. Что такое, тоже лопнуло? Разбомилось. Понятно. Ой. Мы подходим к Белозерску. С стороны озера. По-разному, зависит от ветра, от 3 до 7 я видел. Сейчас побольше отпустить и идти под креном с большей скоростью. Все, мы в Белозерске. Пришвартовались у гостиницы «Причал». Раньше называлась «Велес». Ведь сейчас подтягивает швартовы. Швартуемся по-шлюзовски. Да, швартуемся по-шлюзовски. К большому Рыму. Тяжко заходить ночью, прям вообще очень сложно ориентироваться. Приехали. Все,
Ладно, пошли разберемся с административными вопросами, потом вернемся за детьми. Да? Да. Вот так мы пришвартовались. В этот день мы прошли маршрут в 126 километров от причала в реке Ковжа в районе Девятинского сельского поселения до Белозерска